Пятый канал представляет. Максим Викторович. Чего тебе, Алина? Он уже здесь. Уже здесь? Чего? Сколько времени? Почему ты мне раньше не сказала? Я же не готов. Как я выгляжу? А как всегда. Как всегда, великолепно. Тебе бы только льстить. А где он? Что он делает? В зале для групповых занятий. В смысле? Пока клиентов нет в зале, я решила, что вам там никто мешать не будет. Ты хоть чай ему предложила? Алина, что он о нас подумает? Ладно, неважно. У нас фотограф. У нас есть фотограф? Кто? В смысле? Ладно. Я хочу с ним много фоток. Чем больше, тем лучше. Много. Держи, снимешь. Вы же знаете, что он не особо это любит. Да. Снимешь тайком. Разок или два. Все, я готов. Пойдем. Доброе утро. Или утро добрым не бывает? Глебыч, как ты избежал вчерашней вечеринки? Он записку написал, что к дочери уехал, а сам в комнате спал. А как там наши дорогие гости, Вася и Жора, еще не проснулись? Так они же до утра квасили. И, между прочим, в моей комнате к вечеру очухаются. Да быть того не может. Да. Понял, выезжаю. Труп в новом фитнес-клубе. Говорят, похоже на суицид, но я поеду, я этого больше не вынесу. Это хорошо, Лариса к Паше уехала, не видит этого всего. Я тоже поеду. Толь, отдыхай. Попробуем найти новое место жительства для ребят. А ты проберись здесь, а то на кабак похоже, ей-богу. В смысле? Да, если Мухина приедет, то закажи у нее новые наручники. Мои сломаны. Миш, а ты протяжись. О, Жора, глянь. Толян проснулся. Толя, у тебя комната просто классная. Царские хоромы. Спасибо, что поделился. Да у нас как-то не принято Мухину отказывать. Вась, так шо, коли все встали. Давай, завтрак накрывай. Ты что, слепой, я накрываю? Не-не-не, мужики, я не знаю, как у вас там в вашей станице Придонске, а у нас в это время уже рабочий день. Да ты не переживай. Мы же не отрываемся от производства,
а? У тебя таблетки от головы не будет? Не будет. А что, в здании правда никого нет? Так хозяин Царев всех клиентов домой распустил, как труп обнаружили. О, а вот, собственно, и он. Доброе утро. Царев Максим Викторович. Я захожу в зал, а он там висит. Мы с вами обязательно пообщаемся. Сейчас нам надо осмотреться. Представляете, висит там вот так. Пощелкай, Миш. Суицид в фитнес-клубе. Странно. А кто сказал, что это суицид? ППСники, что ли? Толщина веревки не соответствует следам удушения. Кровоподтеки. Его душили голыми руками. Это убийство. Даже хорошо. Ну, в смысле, что домой позже вернемся. Протокол надо составить, опросить всех. Ногти травмированы. Сопротивлялся. Явно на теле убийцы оставил повреждения. Значит, под ногтями будут следы ДНК преступника. Угу. Какие интересные татуировки. Глебович, смотри. Окно открыто, первый этаж. Преступник мог и войти, и выйти через окно. Есть документы? Только карта-ключ из гостиничного номера. Ну что, пойдем с Царевым пообщаемся? Так а зачем вас прислали-то сюда? Так а что объяснять? В общем, хлопец один сбежал, а у него суд 30-го. Так инфа прошла, что он тут, в этом, Василькова. Задача вернуть. Так и чего сидите? Да хорошо же сиди. До 30-го еще 2 недели. Нам, считай, не к спеху. В станице особо дел нет. А тут вон. Погодите, вы же что, 2 недели собрались здесь жить? Ну. Только никто ж не гонит. А? Ты чё? То есть вы говорите, что знали покойного? Разумеется. Илья Гуренко, его все знают. Он знаменитый фитнес-тренер из Белоруссии. Вы планировали с ним встречу, но что-то пошло не так? Вообще-то это Алина, моя помощница, вчера его заметила. Да. Я зашла в зал, увидела знакомое лицо. Он беседовал с одной из наших клиенток. Когда он отошел, я к ней, и да, она подтвердила, что это Илья Гуренко. Для меня было бы огромной честью с ним встретиться. Он просто гуру. Он проводит семинары, мастер-классы. Не так-то просто... Да я понял, понял. Он в вашем клубе, это шанс. То есть вы встретили Гуренко, попросили его подождать, но ваша встреча не состоялась? Да, он был там один. И всего минут 15. А камеры у вас есть? Мы только открылись, экономим. К тому же все наши клиенты приличные люди. Я не сомневаюсь, а вот распустили вы всех зря. Кстати, нам нужен полный список всех клиентов и сотрудников. Хорошо. Как вы вышли на Гуренко? Через клиентку. Власова Юлия Сергеевна. Оказалось, что Гуренко дал ей свой номер телефона, но она уже мне. И, кажется, они вместе ушли из клуба. Вот с нее мы и начнем. Может, она знает, куда поселился наш белорусский гость. А кто такая? Юлия Сергеевна? Да. Прекрасная женщина. У нее муж серьезный, вроде бы директор охранного агентства. Приличные люди тоже. Я найду ее адрес и телефон. До свидания. Миш, ты соберись, а? Я нормально. Нормально? О, это же мне Петрович подарил магнитик. Станица Придонская. Или Придонская? Придонская, Сережа. Никогда там не был. Хочешь, мы тебя туда по обмену отправим?
Слушай, 2 недели мы наших южных друзей точно не выдержим. 6 человек в доме, ну куда это? Да ладно тебе, веселые мужики. Слушай, только пить с ними больше не могу. Нужно как-то спровадить всю эту кодлу отсюда. И побыстрее. И открывает. Ну, Глебыч, квартиру сдают, вроде недорого. Может, мы нашим гостям предложим? Миш, 3000 умножить на 2 недели. Это вроде по твоей части. Они зажмутся, а я скидываться не собираюсь. Ну да. Молодые люди, я смотрю, вы здесь не очень ориентируетесь. Вы к кому? А, Юлию Сергеевну из 16-й квартиры, знаете? Значит, вы ко мне, не ошиблась. Только я не поняла сути вопроса, когда вы звонили. А суть вопроса в том, что вчера в фитнес-клубе вы общались с Ильей Гуренко. Он вам даже свой телефон дал, и вы с ним пошли. И я поехала домой. Очки снимите, пожалуйста. Опа, а что это с вами? Упала, неудачно. Вы одна поехали домой? Илья подвез меня на такси. А к чему вообще клоните? А может, ваш супруг застукал вас с Гуренко? Вам, я вижу, не очень досталось, а вот с фитнес-инструктором у них явно разговор не заладился. А где сегодня утром был ваш муж? Что за идиотские подозрения? Да пошли вы, я не буду с вами... Руки уберите. Успокойтесь. Руки уберите. Это что такое? Эй, вы двое! А ну, разбежались! Спокойно, спокойно, не нервничайте. Миш, газовый. А чё вы докопались до моей жены? А чё ты пистолетом размахиваешь? Я в охране работаю, у меня разрешение есть. Так вы из полиции, по какому вопросу? Да сейчас всё расскажем. Что за бред стучаться в собственную комнату? Толяныч, ты вовремя! Чуешь, как пахнет? Блаженство. Сам удил, сам вялил, сам угощаю. Я чё пришёл-то? Беглец ваш где скрывается? Есть какая-то информация? Да не забивал бы ты голову, Толь. Космонавтов 38. Не имею понятия, где это. Наш клиент Жигулёв у бабы своей ощувается. Мыло стряпать помогает, видать. Мыло? Та самопальной косметикой они занимаются, як бы лакали. Не бери в голову, потом найдем. Так это из-за белорусского тренеришки весь сыр-бор. Так я его пальцем не тронул. Расскажите свою версию событий. Ну, что тут рассказывать? Подъехала машина вечером к дому. Мужик какой-то вокруг Юльки суетится. Дверь открыл, ручку поцеловал. Козлина. Дальше. Я думал, что таксист, оказался клоун из фитнес-клуба. Юлька поднялась. Мы поговорили слегка на повышенных тонах. Да, Юль? Просто поговорили. Поговорили, значит. Где вы были сегодня в 10 утра? На работе. Ребят подтвердят. Свободно пока. Алиби проверим. Глебыч, я посмотрел в интернете, у нас на районе всего одна гостиница. Солнечная аллея называется. Давай съездим и позвоним Матюхе. Пусть пробьет этого Гуренко. А то у меня такое впечатление, что мы как за призраком гоняемся. Документов нет, информации ноль. Хорошо. Здравствуйте. А вы из этого подъезда? Из этого. Я тут договорился мыло купить. Девушка сама варит. А забыл спросить, какая квартира. Вы случайно не знаете? Глаза б мои вас больше тут не видели. Простите? На весь подъезд мылом воняет. Знала бы я, где эта рыжая живет, устроила бы ей. Рыжая, значит. Но хоть что-то. Спасибо. На вас похоже.
Здравствуйте. Здравствуйте. Нас интересует один ваш постоялец. Гуренко Илья Антонович. Сейчас посмотрим. Да, действительно, Гуренко зарегистрировался 2 дня назад. Только вот ксерокопию его паспорта найти не могу. Не моя смена была, не знаю. Ничего страшного. А вы можете показать его номер? Да, конечно. Идемте. Пожалуйста. Гуренко налегке приехал. Ну, человек, видимо, обеспеченный, все здесь хотел купить. И этот обеспеченный человек выбрал гостиницу на окраине города. Это нормальная гостиница. Гуренко белорус. А все банковские карточки российские и неименные. Ну, может, ему так удобнее. Посмотри. Смотри, краска для волос. Никогда не понимал, зачем мужики красятся? Скажите, а вы ничего странного в поведении Гуренко не замечали? Может быть, необычные просьбы? Да ну что вы, культурный человек. А он у вас здесь ни с кем не встречался? Нет, все время один был в номере. Хотя, вот его искали. Сегодня как раз. Часиков в 9 утра, а может, чуть позже. Мужчина интересовался. Что за мужчина? Ой, он не представился. Невысокий, светловолосый, лет 40, в очках. Я сказала, что Гуренко нет в номере. Он спросил, как его можно найти. Я предположила, что он в фитнес-клубе. Слышала, собирался. И посетитель удалился. Он на машине был, с белорусскими номерами. Он когда уходил, я в окно выглянула. Но номера я не запомнила, конечно. Хорошо, спасибо. Подождите. А получается, этот номер у вас освободился? Вы можете его для нас придержать? Ну, уже оплачен еще на 2 дня. Ну, хорошо, я попробую. Спасибо большое. Глебыч, я все придумал. Миш, запросы я разослал, но ждать их до зимы, сам понимаешь. Инфы на этого Гуренко немного, соцсети не ведет, загадочная знаменитость. Но я нашел статью. Короче, этот Гуренко и некий гражданин Заславский 2 недели назад повздорили в баре. Дело дошло до драки. А что, если Гуренко не просто так приехал в Василькова? Может, он прятался? Собирался в спешке, это объясняет малое количество вещей и выбор гостиницы. Прятался от этого Заславского. А Заславский потом его все-таки нашел. Ну, как вариант. Гостиницы не застал, приехал в клуб и убил. Ну, пошли. Заславский вам что-нибудь говорит? Заславский. Впервые слышу. Невысокий, светловолосый, лет 40, в очках. Не припоминаю, нет. А машину с белорусскими номерами видели у клуба? Белорусскими? Примерно такими? Машину!
Девушка, дверь придержите. Спасибо. Вам на какой этаж? Пятый. Соседи, получается? Мне тоже. Чем у нас пахнет в последнее время на этаже? До свидания. До свидания. Ну что, Заславский, накатался? Да, это ошибка какая-то. Какой я Заславский? А кто ж ты тогда? Не понял. Шишлов Игорь Игоревич. С чего вы взяли, что я Заславский? Я, конечно, писал про него, но... Я журналист из Минска. А что делает Василькова, журналист из Минска? Да вообще-то отпуск у меня. Вот приехал. Но от знакомого узнал, что здесь Игорь Гуренко поселился в гостинице. Вот решил встретиться, задать пару вопросов. И что, из-за этого отпуск надо прерывать? Конечно, это же Игорь Гуренко. Вы чего? А-а-а. Великий фитнес-инструктор и затворник. Правда, его в гостинице не оказалось. Я в клуб поехал. А тут вы. Извините, я думал, вы охрана клуба, а нас, журналистов, ведь никто не любит. А вы не расскажете нам что-нибудь еще про Гуренко? А то мы что-то теряемся в догадках. Так это неудивительно. Он же этот великий гуру-затворник. На его мероприятиях нельзя снимать, на публике он не появляется, соцсетей не ведет. Человек-загадка, так еще больше внимания привлекает. Вась, ну шо там? Да шо-шо. Пока не шо. Ну? О, другое дело. Что? О, Толяныч, дорогой, ты где пропадал, а? Смотри, Жора в разливуху сбегал. У вас тут с этим делом, ох, как круто. Раков наварили, давай. Садись, отдохни, ну. Космонавтов, 44, квартира 160. Адрес вашего беглеца. Шо? Толяныч. Спасибо тебе, ну ты мужик. Не, мы бы, конечно, сами выяснили, ну что ты. Ладно, давай, садись. Погодите, за парнем ехать не надо, что ли? Да я тебя умоляю. Ну что ты как маленький, куда он денется? А такая душевная командировка раз в жизни бывает. Давай. Да садись, накатим. Давай, отдыхай. Ну, нет, так нет. Наливай. Ну. Сира, стой! Че такое? Это же мой дорогой. Тебя-то я никуда не отпущу. Садись. Смотри, пиво, раки, обед словом. Ну, наливай, а чё ты стоишь? Слушайте, я раков как-то не очень. Чё? Сережа, мы тебя сейчас научим раков по-придонскому кушать. Угу. Не грусти. Спасибо. А почему вы назвали меня Заславским? Не ваше дело. Да бросьте, я ведь журналист, могу помочь.
не для печати. Что случилось-то? Задушили Гуренко. Серьезно? Вот это бомба. Ах. А, и вы решили, будто ну, это сделал Заславский, да? Хотя странно, как двухметрового спортсмена Гуренко мог задушить Заславский метр с кепкой? 1.80 м. Что 1.80 м? Гуренко 1.80 м. Да нет, он по 2 метра. Я с ним встречался, у меня даже фото есть. Вот. Да ёшкин кот. Они похожи, но это не он. Гуренко жив. Поехали. До конца расследования город не покидайте. Набери Матюху, пусть пробьет нашу жертву по базам. Хорошо, но если убитый не Гуренко, как он окажется в базах? Старый дурак. Нет, ну не такой я и старый. Да не ты. У убитого наколка шута, размытая, на предплечье. Такие на зоне колят. Он красил волосы в блондина, как Гуренко. А зачем кому-то выдавать себя за Гуренко? Может быть, мошенники? Давай выясним. Кто там? Рыжая тут живет? Ее нет. Естественно, она сознание потеряла. Что? Где она? А я откуда знаю? Твоя женщина, пошел. Мы попали в классическую ловушку. Смотрели в книгу, а видели фигу. Обман зрения. Не понимаю, зачем вообще кому-то выдавать себя за Гуренко? Вопрос вторичный, но теперь я уверен, что убийца был здесь. И через окно он только скрылся. А вы что-то еще хотели? Да, посмотреть раздевалку. Хорошо, идемте. Вась, ну так лещи-то, первый класс. Я же их сам надергал, сам завялил. Да что ты мне шепчешь тут, в магазине купил? Да в каком магазине? Да ты что? Если б я дарил, он бы взял. Что-то я, Жор, не понял. Да это же наш хлопец. Толь. А мы что, доставку на дом заказывали? Принимайте пациента. Ну что, щегол, отгулял отпуск. Суд тебя ждет, али забыл. Толь, ну не знаем теперь, как тебя благодарить. А можно вот этот вот бедолага пока у вас в камере побудет? Ну а мы там пока то все сделаем. И... Да не вопрос. Иди. На черти. Надо было в станице прятаться. Я не понимаю, что вы тут хотите найти. Я клиентов распустил, все ушли, вещи свои забрали. Ну, в теории-то да, но... Глебыч, один закрыт. Вы что делаете? Меня засудят. Спокойно. Тут банковская карта некого Валентина Морозова. Знаете такого? Я всех не помню по именам, надо проверять. Давайте проверим. Матюх, где наши аборигены, не знаешь? Вещи побросали, задержанные в камере. Что за люди? Не знаю. Может, за сувенирами поехали перед отъездом? Скорее бы в свою комнату вернуться. Мишань, в общем, информация такая. Убитый Чеботарев Николай Иванович, 37 лет. Мотал срок за мошенничество, поэтому есть в наших базах. После освобождения пропал с радаров. И это, наши южане дело сделали, поэтому скоро отчаливают. Гостиница не нужна. О, наконец-то. А теперь представь этого Чеботарева с модной стрижкой и блондином. Ну, похож на Гуренко. А зачем Чеботарев выдавал себя за фитнес-инструктора из Беларуси? Он же мошенник со стажем. Может, он хотел Цареву обобрать. Может, искал обеспеченную бабу в клубе. Власова Юлия Сергеевна? Точно. А успешный затворник Гуренко идеально подходил для этого двойника. В шкафчике осталась одежда Морозова. То есть он пришел в клуб, переоделся, но как бы из него не уходил. А кто же такой этот Морозов? Миш, я мент, а не экстрасенс. Адрес есть? Давай выясним.
Что случилось? Давай мы мужику загрузиться поможем. Добрый день. А будьте добры, ваши документики. А в чем дело? Простая формальность. Дичь какая-то. А Морозов Валентин Андреевич. А куда же вы, господин Морозов, так торопитесь? А по личным делам вам-то что? Вы были утром в фитнес-клубе на Рязанской. На Рязанской? А можете объяснить, откуда у вас эти царапины? Наверное, кошка поцарапала, да? Что ж за день-то такой? На землю! Лёг! Бросай стволы! Так, ну, во-первых, надо успокоиться, да? А во-вторых, вы меня отпускаете! Стволы в урну и отпускаете меня! Стволы в урну! Отпусти девушку и уезжай. Идёт? Идёт. Её забираю с собой. Она тут ни при чём. Это ваши дела с Чеботарёвым. Чеботарёв, подонок, всю жизнь мне сломал. Да что он такого сделал, что на убийство пошли? Так вышло. Я не собирался его... Мы уходим! Стоп, стоп, стоп! Еще вариант. Мы пристегиваемся наручниками. Ты отпускаешь девушку и уезжаешь. Пристегивайся! Шустрее! Оба пристегиваемся! Шустрее! Ключики! Ну ты жук, Глебыч. Я-то свои наручники застегнул. А мои, Миш, просто сломанные. Улик предостаточно, Валентин Андреевич. И ДНК под ногтями убитого, и... Не надо. Понятно все. Я же говорил, не хотел. Так вышло. Ну тогда рассказывайте. Чеботарёв вас обобрал? Мягко сказано. Мы познакомились с ним где-то с полгода назад. Вроде как случайно. Ну и поначалу вы просто общались. Так обычно действуют мошенники. Втираются в доверие. Точно. У него даже удостоверение было. И на сайте налоговой был указан сотрудник по фамилии Чеботарёв. Правда, без фото. И что дальше? Дальше? В один чудесный день Чеботарёв объявил, что под меня копают налоговики. А якобы я связался не с теми контрагентами. Будут дело шить. Короче, бизнес развалят. И вы так сразу поверили? Да нет, конечно. Но он был убедителен. Показал внутреннее распоряжение из налоговой. Сказал, что когда дойдет до личного визита, будет поздно выкручиваться. Я запаниковал. А Чеботарёв предложил решить все вопросы за бабки. И вытащил из меня все до последней копейки. А когда мошенник исчез, вы поняли, что вас развели? В клубе я его утром случайно увидел. Сейчас я покажу вам наш новый зал. Уверена, что он вам очень понравится, и вы сможете побеседовать абсолютно спокойно и просто. Удивился, правда. Чего-то он прическу изменил, волосы перекрасил. Да без разницы. Короче, решил подтолковать с ним по душам. Пожалуйста, сюда. Ну, в общем, беседа вышла из-под контроля. Он меня грязно послал, а я набросился.
Сам не понимаю, как его задушил. Испугался, да. А у них там куча всякой лабуды, ремни. План сам собой в голову пришел. И представили все как суицид. Скрылись через окно. В спортивном костюме. Ну да. Это же я потом сообразил, что в шкафчике мои вещи остались. Решил, что если на меня не выйдут, потом как-нибудь заберу. О, мужики, сейчас холодненькую принесу. О, а я за рыбкой. Не понял, а я думал, гости уехали. Они проставиться решили в знак благодарности. А кто знает, сколько длится южная благодарность? О, подружились уже? Ну, отлично. Оксана Андреевна, вот это уже перебор. Егор, ну я все понимаю. От начальства, от Дубинина людей заселили. Ребят, ну потерпите еще, ну пару дней хотя бы. А потом просите, что хотите. Наручники новые нужны. И интернет нам нужен. А еще у меня целый список готов. Я его сейчас принесу. Начинаю. Я сейчас что-нибудь придумаю. Поем сначала. О, мужики, холодненькая. Тю, Оксана Андреевна. Ну что же вы стоите? Что же вы как не родная? Ну, присоединяйтесь, давайте. Прошу, присаживайтесь. Присаживайтесь. Так, о, коньячок. Я лучше яблочко. Спасибо. Сам ловил, сам вялил. Запах странный. Сережа, это божественный запах для тех, кто понимает. Ну ничего, я тебе сейчас ее почищу, спинку отделю, во рту таять будет. Понюхай, Глебыч. Ну что скажешь, нет слов, да?